Здравствуйте, с вами Светлана Гончарова. Сегодня я на конкурсе «Предпринимательский талант Украины». Во-первых, спасибо большое всем вам, дорогие мамы, что вы меня поддержали. Спасибо вам за ваши голоса. Это не только помогло мне как бы подняться в рейтинге, да, чтобы организаторы увидели, что на самом деле у меня востребованная деятельность, хороший проект. Мне было просто очень на самом деле важно и приятно, что вы меня поддерживаете. Спасибо за огромное, за все слова добрые, которые вы мне говорили, когда голосовали за меня. И вот сегодня подведение итогов. Флаймама и я, мы заняли два призовых места. Мы выиграли в двух номинациях. В номинации «Баланс, дом, работа» и в номинации «Социально ответственный бизнес». Я думаю, что это очень хорошо характеризует Флаймаму и то, что я делаю. И знаете, что еще очень было интересно для меня? Сегодня на этом конкурсе присутствовало очень много женщин Украины, которые не побоялись, начали свой бизнес, которые достигли успеха уже вот за годы деятельности на Украине. Я очень хочу ободрить вас, дорогие мои, даже то, что вы мамы, не говорите о том, что вы не можете заниматься бизнесом. Вы можете заниматься бизнесом, вы можете преуспевать в том, что вы делаете, поэтому не бойтесь, идите вперед маленькими шагами, у вас все обязательно получится. Еще раз спасибо большое вам за поддержку. Ну и в следующем году я тоже буду участвовать в этом конкурсе и вас тоже приглашаю. Конкурс замечательный, очень вдохновляющий, и он поможет вам тоже подняться на новую ступеньку в вашем развитии. Успехов вам, спасибо большое.